Всем привет! Сегодня видео пойдет про вот такой прицеп, я его уже показывал. Выблевали доски для потолка. Доска тройка, десятка. Вот, даем зад. Вот такие вот доски. 40 штук. 41 надо или 40 годов. Да не столь важно. Везем за сарай. Дождь, наверное, будет, да? Вот еще они едут на мотоблоке. Везем за сарай. Вот так вот все проходит. Даем зад, везем на свою стройку, делаем хозпостройку, вон туда прям, метров 50 давать зад. Вот так вот перевозим что-нибудь типа досок длинного, либо сено, доски. Конечно, если очень много, кстати, везли брусы 6-метровые, даже перед мотоблока не поднимало. Штук по 10 грузили, возили. Очень сильный сегодня ветер. Видно, как дерево клонит. Все, приехали на нашу стройку. Будем делать потолок. Спасибо, что смотрели видео. Подписывайтесь на мой канал.